Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Honor 7S сбросить настройки сети. Для этого заходим в настройки, система, сброс настроек, сброс сетевых настроек. Как вы можете заметить, написано, что будут сброшены все сетевые настройки, в том числе Wi-Fi, мобильный интернет и Bluetooth. Если вкратце, то ваш телефон забудет абсолютно все пароли от подключенных ранее точек Wi-Fi. То есть, если вы не помните пароли, то, соответственно, желательно не сбрасывать эти настройки, но если вы все-таки хотите, то нажимаем «Сбросить настройки» и «Да». Жду, пока появится надпись, что сетевые настройки сброшены. Именно она означает, что все прошло успешно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!